Скажи, нахера пил? Я не пил. За рулем не езжу. Я тебя лично за рулем видел 10 минут назад. Ну, пожалуйста, видео, так значит, заебись. Я тебя видел, моих свидетельств достаточно будет. Сейчас тебя замеряют. Пожалуйста. Тебе сейчас 10 тысяч штрафа будет, вот и все. Да, пожалуйста. Как зовут? Андрей. Андрей, откуда едешь? Свиты почтовые. А зачем пьешь за рулем? Я не пью за рулем. Пьешь? И не езжу за рулем. Ты был за рулем? Нет. Ты был за рулем? Андрей, я тебя лично видел. Рулем. Протокол не пугает тебя по 150? Да я не 10 ехал тысяч. За рулем. Тебя лично видели? Несколько человек за рулем. Хорошо, да. Что ты будешь рассказывать? Когда вы меня видели? Ну вот и все, достаточно. Когда вы меня видели? Только что, 10 минут назад тебя видели. Что ты рассказываешь? Я вон с поворота вышел и пришел сюда, дальше еще. Ты от полиции скрывался, от погони. Берут. Да где у меня права? У меня нету ни прав, нихуя. Я, блядь, обычный пассажир. За рулем находился. Что ты врешь? У тебя хоть бы мужество немножко было сознаться. Да падла ты пьяная. Бы меня бы взял бы, чтобы конкретно было Добрый видно, ночь. Что я за рулем. Тебя взять сейчас, Добрый да? Ночь. Вы керваны. Он управлял, фотография даже есть. Есть докази, два свитка. Все, губы. Тест на прохождение драгер будете проходить, чи відмова? Он был за рулем, он чуть не влетел. Два свидетеля. Ты видел? Есть фото. Я видел. Будем в суде. Я согласен в суде. Я согласен в суде рассказывать все, что угодно. А кто же был за рулем? Ну так сейчас машину в любом случае на штрафплощадку заберут, потом будете рассказывать. Что? Ну вот гражданин Андрей уже пытается кого-то вызвать на помощь, порешать. Ладно, с нами?